На Кубке Европы по дзюдо самарцы взяли 5 медалей. Крылья Советов «Луч Энергия» 5-0. Самара – чемпион Самарской области по баскетболу. Финишировал чемпионат Самарской области по баскетболу среди мужских команд. Золотые медали выиграл клуб «Самара». В финале горожане во втором овертайме переиграли лучшую команду прошлого сезона «Газпром» 100-85. При этом «Самара» дважды показывала чемпионский характер в концовке основного времени и в первом овертайме. Теперь лидеры любительского баскетбола представят 63-й регион в чемпионате Межрегиональной лиги Поволжья. Крылья Советов выиграли очередной матч футбольной национальной лиги. Во Владивостоке на своем поле был разгромлен «Луч Энергия» со счетом 5-0. Голевую статистику улучшили Адис Яхович хет-триком, а также Денис Ткачук и Игорь Горбатенко. Кроме этого, Крылья Советов продолжили победную серию из 12 матчей. Из них 10 голкипер Евгений Конюхов отыграл на сухарь и оставил свои ворота в неприкосновенности 969 минут. Это новый рекорд футбольной национальной лиги. За Кубок Европы по дзюдо боролись 150 спортсменов из 17 стран, 11 дзюдоистов – представители Самары, которые рекордно выступили на татами. На их счету 2 золотые медали, серебро и 2 бронзовые награды. Свой послужной список пополнили Наталья Кондратьева, Мария Персидская, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая и Валентина Костенко. У Конкиной это первый Кубок Европы.